Приезжай. All right. Так темно. Направлены с распятия свеча. У нас... Походу, нижний ярус. Да, у нас нижний этаж. У нас нижний этаж открыт. Так, беру, ну беру по стандарту, как бы насрать вообще. Сначала смотрим, что за проклятые, и потом... Так, нычка есть. Нычка есть в начальной комнате. С которой слева. Это ты нащелкнул выключателем? Угу. А. Хорошо. Вдруг повезет, я просто пройдусь. Так, быстренько этот смотрим, что у нас тут. И у нас, и у нас, и у нас, и у нас. А что у нас? Лапка. У нас лапка. Ты уже вниз ушел? Угу. Блять. Тот корпус закрыт нам, значит, сюда. Блять, в наши любимые места. Здесь вот в этой части нас чаще всего убивали. Блять. Бабка. Опа, она здесь. Да, в смысле меня сожрали? Ебать, я пересрался, сука. Юля тоже кончилась? Нет, мне просто страшно. Я нашла комнату. А ты где? Вот она я. Ты где смыкалась-то? Ты где? Быстрая сука. Демон? Ну он быстрый для демона. Тае. Он кресты переворачивает. Меня даже не вздумай оживлять. Я тупо не дойду. Он здесь еще ползает. Около моего трупа. Ты скажи, когда охота кончится. Найти бы ее еще. Хочу жить. А ты за ширмой в какой комнате ты прятался? Я уже не знаю. Сейчас выйдем и скажу. Он кресты двигает, твою мать. Мы, походу, были в комнате призрака. Нет, не совсем.
Я пряталась в комнате призрака, если чё. Посмотри, сейчас будет охота. Есть у нее дыхание или нету? Угу. Потому что я пока что прячусь. А где она? Нету ничего. Она в комнате чуть дальше. Вот ты где умер, оттуда в этом же коридорчике поворачиваешь направо, и там крайняя комната, в ней свет включен. Откуда ты с другого места вылезла? Ну, потому что у нас гост-эвент был. Я за ней иду. Так и идет. Но она просто тупо на своем этаже. Она из своей комнаты в другую. А короче, букву Г тут делает. Все. Все? Угу. Блять, спаси и сохрани нахуй. Прости, Дима. У нас ноль рассудка, блядь. Как так быстро-то? В смысле? У меня 2% рассудка. Ноль у меня. Ну ты лапку заюзала. Нет. Или нет? Мне кажется, из-за того, что ты умер, там же за смерть товарища снижается, да. Ну чё я скажу, это, блядь, пиздец, поиграли на карте. Но это не Диоген, это либо... Ну, я думала, демон, но, возможно, мы это, просто долго ходили, да. Пары вот не долго, было. Мы недолго туда даже ходили. Значит, Тае было 80%, и она начала охоту просто. Ладно, ставим Тае и валим отсюда. Холи Гарсия. Святая Гарсия, мать вашу. Да, Тае. Ну ладно, хоть 105 рублей дали. Это так неожиданно было. 610. Короче... Сначала гост-эвент, который нас дико напугал. Да. И я потом... Я по шее получил. Я развернулась вправо туда, вот где свет горел. Да, я понял где. Я развернулась, и там как раз... И то есть только я вошла в комнату и слышу, охота началась. И я быстро за ширму, и тут тебя убивают. Я такая, ну пиздец, блин. Я вообще чего-то не успел. Я только отвернулся, поворачиваюсь, хуй, эксохиски прилетели. А ну потому что она после гост-эвента сразу же в той комнате начала охоту, да. И я такая, все, охота закончилась, слышу. Я вышла, и я буквально успела выйти, увидеть, сфоткать твой труп, и опять началась охота. Я забежала в эту в мягкую комнату и спряталась там за дверью. В надежде, что она не зайдет в мягкую комнату. Она не зашла, считай. Я, блядь, только вышла. Я на лестнице, ты говоришь, охотка, да ебаный в рот. И я опять... О, что она прям вообще дикая какая-то. Какой стресс, нафиг эти Санни Мидлсы.